Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, а также Е-катамаран двухпедальный. Вот те раз, вот те припули на катамаране. Ну что началось-то? Сегодня мы находимся там, где нам позволено все. Мы миллиардеры, как нам сказал бог Майнкрафта. Там, где в левом кармане доллары, в правом кармане баксы, у тебя в трусах евро, а за пазухой пару тысяч рубасиков. Мы, дорогие друзья, уважаемая книжечка, в Красноярске. А разрешите поинтересоваться, почему? Ну, во-первых, книга со статистикой никогда не врет, а во-вторых, ну это Красноярск. Ну, ты что, не знаешь, что И что, в Красноярске на каждом шагу миллиардеры, а в каждом кармане вот это баксы? Ну, я была там, вроде да, вроде похоже. Кто живет в Красноярске, спорить с вами не буду. Ну шо, пойдем баксы собирать. Зашли мы, значит, сегодня в Майнкрафт и офигели на раз, два, три. Потому что вот тот самый, который живет над нами, вот там сверху, да, Кать, вот именно, вот там, сказал нам то, что сегодня в этой серии мы будем становиться все богаче и богаче. Ты вообще ему веришь, Кать? Мне кажется, нам кто-то заврался. Не-не-не, верю. Короче, смотри, вот здесь мы поставим фарфоровую вазу белую, здесь у нас будет ковер из овечьей шерсти. Здесь, пожалуй, сделаем красные шторы из атласа чистого. Так, ну а вот здесь мы повесим торшерчики такие из золота. Чё скажешь? Ага, а слева от кровати давай мы с тобой поставим огромную губозакаточную машину. Одну губу тебе закатаем и вторую губу тебе закатаем. Кать, какое золото, какие кожаные люстры, какие золотые торшеры. Все, что горит бог Майнкрафта, надо делить просто на два. Никакого богатства в этой серии не будет. Да будет, я уверена, что бог Майнкрафта нам в этой серии просто золотом сыпать будет. Вот я уверена. Ты еще не научилась то, что в каждой серии он нас обманывает. Если он сказал то, что сегодня мы будем с тобой богатеть, это не значит то, что я сейчас вот сломаю вот потолок, и через секунду нас просто посыпется золотой дождь, или там алмазный как... Алмаз! Ура! Теперь у меня их... Два, стоп, а где еще один алмаз? Ну ладно, это не важно. Сегодня их будет много, я уверена. Че, съел? Съел? Можно еще один, пожалуйста? Сейчас, если оно так работает, давай мы чертовой бабушке вообще весь потолок разнесем. Не-не-не-не-не, все, ты слишком вредный. Один алмаз тебе полагается. На, держи и все. Давай, Забирай. О, ну так ты смотри, может через серии так 98 я наконец-то себе на алмазную бронь куда накоплю. У меня уже 4 алмаза. Так, если мы будем богачами в этой серии... Чем первым мы с тобой сейчас займемся? Я не знаю, но я уверена, что это богатство нам нужно искать, либо двигаться, потому что точно так не будет всю серию падать с неба все. Ну, тогда я тебе предлагаю отправиться куда-то в путешествие, найти или деревню, или какой-то джунглевский данж, или песчаный данж. Я уверен, что там на каждом шагу у нас будут валяться алмазы, и в конце серии мы вернемся просто вместо зубов со вставленными алмазами. Короче, вообще прям цацы будем в высший класс. Смотри, как воодушевился-то, а? Алмаз на бошку упал, и все. Ты это самое, не расслабляйся, пойдем. Пошли, пошли. Магия, ядрить, колотить, дай только. Здорово, осел. Осла не бей. Да я не ударил осла, поздоровался. Текс, чувствую запах денюшек. А ты? А я коровьего навоза чувствую, или не знаю, или молока чувствую. Пока ничего не чувствую. Я почему-то уверен, и, наверное, останусь уверенным до конца серии, то, что здесь есть то ли какой-то подвох, то ли еще что-то. Стоп! 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 Кать, пожалуйста, не мысли так узко. Здесь 100% что-то будет. Вот я уверен, сейчас мы откроем этот сундук, и с неба начнется какой-то дождь из TNT. Или откроем, сзади заспавнится 30 криперов. Не может быть все так просто. Давай я пожертвую собой. Отойди. Подожди, ты не доверяешь богу Майнкрафта? Подожди, отойди, сука, отойди от сундука. Смотрите, какой он джентльмен, решил вперед дамы пойти. Может, я хочу открыть, а? Хорошо, давай ты тогда открывай, я отойду и спрячусь здесь за дерево. Давай, давай. Тогда все, что будет в сундуке, то мое. Нет, ровно пополам поделим. Давай, открывай. Угу. А ты там, сукунишка, за деревом, да, стоять будешь? Ладно, открываю. Ладно, давай. Давай вместе на счет раз, два, три. Давай. Раз. Два, три. Собака. Моё! Я два изумруда успел ухватить, а ты... И чё?
И чё? И... Я... Ну и всё! Ну и всё! Ну пока ничего не взрывается! Я заберу с собой сундук, мало ли, а то вдруг не утащу потом все богатства. Ага, то есть буквально за... Вот это... Вот, буквально за пару минут после начала серии мы с тобой уже нашли два алмаза, два изумруда и... Кать, согласись, что это данж? Как-то... Опа, еще и данж. Так, ну вот здесь 100% что-то будет не так. Я уверен, что мы сейчас туда спустимся, там сразу будет 10 нажимных плит, ты 100% на какую-то из них упадешь, опять что-то взорвется, одно, другое, 35-е. Не может быть все так просто, Кать. Ну подожди, 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 может быть это реально обычный данж? Ну давай, кстати, попробуем. Так, вот сейчас я первый спущусь, давай. Не-не-не, я! Я! То, не... Ты почти наступила на нажимную плиту, если бы я не успел! Так, тут пока фигня одна. Ой! Ааа, я успела, бери! Три алмаза! Да я собирала себе в кучку по одному, ты у меня все спер, ну за что? Потому что надо контрол... Ты дуримонда? Чё? Ты на кой черт нам под ноги нажимную плиту поставила? Подожди, она что, работает? Весь пол заминирован. Не зря, когда ты падаешь в данж, ты разрушаешь нажимную плиту. Ты просто подняла ее и поставила обратно, и сама на нее наступила. Подожди, она у меня оказалась в инвентаре. Я решила от нее избавиться и поставить. А у нас будет, пожалуйста, бог Майнкрафта, такая серия Майнкрафт, но мы не перестаем получать новые умные мозги, нет? Кате бы не помешало. А ты где заспавнился? В заднице! Ну, слушай, ну я не знал. Ну, прости, пожалуйста, правда, ну. Ну, все накопленные алмазы в конце этой серии пойдут тебе на лечение, Кать. 2 года играешь в Майнкрафт, не знаешь, что в песчаном данже нельзя ставить на пол нажимную плиту, которую я сломал буквально минуту назад, ты это понимаешь? Погоди. Это то, о чем я думаю? Меня зрение не подводит, там валяется алмазный, если я не ошибаюсь, зачаренный меч. Да, чур моё. Моё, 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 моё! В текстурах, ну! Пожалуйста, ну хоть что-нибудь! Острота 1! О, ладно, хорошо, я тебе выкину меч, иди сюда, хорошо. Ты да моя... не надо мне твой меч. Ну хорошо, ну ладно, не надо, тогда не выкину, хорошо. Да, в смысле, ты хотел выкинуть мне меч? Хорошо, да, я выкину тебе меч, держи. Спасибо. Пожалуйста. Ну, ты что, тебе не нравится мой подарок? Слушай, 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 мне же в одном данже попалась алмазная конская бронь, она на осла не подойдет? Слушай, не, вроде на осла нельзя надевать. Да на кой черт нам осел? Осел пускай здесь ходит. Пошли! Мы бежали с тобой в ту сторону до тех пор, пока ты не взорвала к чертовой бабушке весь данж. Поэтому давай снова туда побежим. Слушай, ну, значит, надо лучше учить меня играть в Майнкрафт, чтобы я такое не делала. Надо просто лучше не нубасосить в Майнкрафте, чтобы ты такое не делала. Вот и все. Вот сейчас мы с тобой бегаем, добываем алмазы, нам выпадают вот эти зачаренные алмазные мечи, да? Вот в предыдущей серии нам, кстати, тоже везло, если кто-то не видел предыдущую серию. В предыдущей серии у нас, Кати, появилось вроде... Сколько там детей? 5 детей? 5 детей. Мы были многодетная семья. 3 мальчика или, и 2 девочки, или наоборот, я не помню. Короче, вот здесь надо мной сейчас будет подсказочка. Запиндюль вот сюда свой палец, если хочешь посмотреть, как мы с Катей были родителями. Ты алмаз, алмаз только что? Да? Ну так вот, к чему это все, Катя, веду? Ты в курсе? Да, в курсе. В прошлой серии нам везло, в этой серии нам везет. Слушай, не чувствуешь ли ты здесь какую-то опасность? Я эту опасность вынюхал с самого начала серии, но только ты мне не верила. Подожди, не открывай, не открывай, не открывай, я первый. Ух ты, сколько здесь ресурсов! 64 книжной полки, то только что старо ты взяла. Здесь у нас 64 дерева, 64 стекла, 64 камня. Кать! Нам же хватит! Скажи, пожалуйста, на кой черт нам эти книжные полки? А?
Ты только что в лаву выкинула 64 книжные полки? Я-то думала, бог Майнкрафта, мы сегодня озолотимся, а ты нам какую-то фигню. Что там осталось? Сейчас все сожгу нафиг. А, ты все забрал. Я уже все забрал. Лучше бы ты себя в эту лаву выбросила, Кать. 64 книжные полки, да ты никогда в жизни бы не скрафтила. О, у вас... Моё! Моё! Какие у тебя предположения? Как ты думаешь, что-то будет в... Я только что скоммунизил еще два алмаза. Так. 10. Так, подожди. Стой. Подожди, это что такое? Я не знаю, я испугалась, а чего думала, что это ведьма какая-то. Это что, тебе? Это какой-то то ли смокинг, то ли костюм, еще какая-то шапка. Сейчас, подожди, Ой, ты что меня пугаешь? Сейчас, подожди, я примерю. Ага. Ты примеряй, а потом подойди ко мне. У нас тут, походу, сладкая жизнь намечается. Сейчас. Эть. Так, отойдите. Кать! Вы посмотрите на него. Чё такое? Чё так сейчас? Ты только посмотри, шапка на шапке, да ещё и галстук. Ты просто выглядишь как первое место в Форбсе, вот миллиардер, вот серьезно. Я выгляжу на миллион долларов, просто на миллион долларов выгляжу. Так. У-у-у! Тут в печке 64 пожаренных стейка было. Подожди, да здесь торта столько, то что вся жопа склеится, и моя, или твоя. Так, мне нравится эта деревня. Так, подожди, если в двух домах, в трех домах что-то было, значит, в остальных домах тоже что-то будет. Так, не, в этом пусто, а в этом? Опачки, пузырьки опыта не хочешь? Хочу, давай. А сколько там было? Да фига. Тогда давай пузырчатая вечеринка. Давай, разбивай. Вот это нифига, мои теперь, давай, мои. 17 уровень! Так, давай бы... А у меня 18. Изумруд. Нет, я поднял. Так. В этом доме. А, сюда мы уже заходили. А, упала! Кать, ну ты поаккуратней. Так, давай быстро оббегаем и в другие дома. Я уверен, что мы с тобой сейчас еще кучу алмазов найдем. Я в этот забегу. Ты давай в другой. Ты давай распределяемся. Ты вдруг... Здорово, пацаны. Здесь пусто. Я уже потерялась. Где, блин? Я в кузницу! А подожди, а у меня такое ощущение, что мы с тобой в этой деревне уже были, нет? Тут как все взорвано как-то. Реально. Ну зато видишь, как нам везет. Уже были, но зато есть ресурсы. Кстати, да, молодцы. Ого-го, это мне? Чё там? Показывай! Не-не-не, подожди, серьезно. Хоть бы размерчик мой был. Так, я тогда туда к тебе заходить не буду. Выходи, у тебя там тоже костюм какой-то. Как сказать костюмчик? Здорово. Ой, просто первая леди на этой планете. Ты-то юбку приопусти немножко, у тебя всю левую ногу видно. А ну подожди, покрутись. Мать причистая. Видишь, насколько ты взрывная девушка, то что даже крипер к тебе клеится. Мистер Крипер! А ну. Слушай, мы с тобой как агенты 007. А ну стань! Иди сюда. Катя, мы просто с тобой выглядим уже на 2 миллиона баксов. Офигеть, только кепка мне, конечно, не идет, но да ладно. Слушай, ну это просто такая богатая жизнь, роскошная. Опа! Это чё? Подожди, с неба железо падает, сейчас шишки нам набьет, или подожди. У меня в инвентаре уже 24 железа. 28 железа. Железный дождь? Это железный дождь. Аллилуйя, железный дождь. Все железо мое будет, все мое железо будет, у меня 1,5 стака железа, Кать! Подожди, тут еще один сундук есть, мы в нем что-то смотрели.
И здесь 4 алмаза! Ну дай мне, пожалуйста, ну хоть один! Катя, мы в этой серии просто... Мистер Крипер? Уу! Мистер Крипер, раз, мистер Крипер, подожди. У меня тут очень много мистер Крипер. Мистер Крипер. Пацаны, если вы внезапно стали охранником этой деревни, мы здесь ни при чем. Железо само начало с неба падать, мы просто его собирали. И все алмазы мы нашли законным путем. Да еще и причем налоги за эти алмазы мы же заплатили, Катя? Заплатили. Или нет? Я не знаю, я не помню. Ты чеки сохранил? Чеки? Нет, никакие чеки я не сохранял. Так, все. Да, мисс, вот я не успеваю. Так, что-то пошло не так после того, как мы стали богатыми. Иди в задницу.